Здравствуйте. Сегодня я представляю вашему вниманию несколько моделей ручных закатывающих устройств. Перед вами представлен ПОК М модели К2 без флипофа, также К3 без флипофа, ПОКИ С как без флипофа, так и с флипофом модели К3 и К2. Давайте, пожалуй, вам продемонстрирую, как каждый из них работает. Начнем, пожалуй, с ПОК М. Закаточка ровненько. Продолжаем. Закаточка тоже все ровненько. Далее продолжаются у нас ручные. Теперь у нас К2 флипов. И в заключение обычный флакон. Благодарю вас за внимание. Всего доброго. До свидания.